Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня в этом уроке я покажу вам, как вязать вот такую вот красивую объемную двойную косу. Вяжется она из 12 петель. Так выглядит его лицевая сторона и вот так вот изнаночная. Раппорт узора 15 петель плюс 9 и плюс 2 кромочные, и все изнаночные ряды вяжутся по рисунку полотна. Также для вязания косы нам потребуется дополнительная спица. Если у вас ее нет, ничего страшного, можно использовать обычную. Так, приступим. Первую кромочную петлю мы снимаем. Дальше провязываем 3 лицевых. И у нас начинается раппорт нашего рисунка. 3 изнаночных и 12 лицевых. Дальше провязываем петли после раппорта 3 изнаночных, 5, 3 лицевых и кромочная. Переворачиваем вязание на нашу, на изнаночную сторону и вяжем изнаночные петли. Ой, то есть не изнаночные, по рисунку. 3 изнаночных, 3 лицевых. 12 изнаночных дальше 3 лицевых, 3 изнаночных и кромочная. Как вязать изнаночные ряды, вы, наверное, поняли. Больше я вам показывать не буду. И теперь переходим к самому рисунку. Вяжем третий ряд. Первую снимаем 3 лицевых. Дальше начинается раппорт третьего ряда. 3 изнаночных. Берем дополнительную спицу, надеваем на нее 3 петли, переснимаем. Оставляем за работой и провязываем следующие 3 лицевыми. 2, 3. Дальше эти 3 петли переснимаем на левую спицу и провязываем их также лицевыми. Дальше опять 3 петельки переснимаем на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Дальше провязываем 3 лицевых, одеваем снятые на левую спицу и провязываем их лицевыми. Дальше 3 изнаночных, 3 лицевых и кромочная петелька. Переворачиваем наше вязание и вяжем изнаночный ряд по рисунку. Вяжем 5-й лицевой ряд. 3 лицевых. Раппорт начинается 3 изнаночных и 12 лицевых петель. Дальше 3 изнаночных, 3 лицевых. 6-й изнаночный ряд опять вяжем по рисунку. 6-й ряд я провязала изнаночный, 7-й. Раппорт начинается 3 изнаночных и опять 12 лицевых. 7-й ряд вяжется точно так же, как и
пятый. Восьмой ряд изнаночный опять вяжем по рисунку. Все, я провязала восьмой изнаночный ряд. Вот такая вот красота у нас получается. Также подробное описание и схема есть на моем сайте. Ссылочку оставлю внизу под описанием. На мой взгляд, этот узор просто подойдет идеально для вязания шапок. Все, надеюсь, была вам полезна. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем буду рада. Всем пока!